На республиканских соревнованиях по волейболу среди профессиональных и технических колледжей в Уральске жамбылская молодежь стала лучшей. В соревнованиях приняли участие 10 команд со всех регионов страны. Первое место заняли студенты колледжа Тарас Парасат, защищавшие честь региона. Наши ребята, продемонстрировавшие свое высокое мастерство, что и позволило им одолеть соперников. Команду, вернувшуюся с победой из Уральска, встретили родные и близкие и коллектив колледжа. Наша команда заняла первое место по волейболу среди юношей. Рады вернуться в Тарас с победой. Ребята молодцы, выложились ради победы. Надеюсь, что и в следующем году повторим свой успех.